Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что 10 лет назад вы сделали свой правильный выбор. И мы надеемся, что вы не пожалели об этом сегодня, спустя 10 лет. Вы знаете, для нас двоих сегодня в полном смысле этого слова дебют. Нам никогда не приходилось вести митинги. Хотя то, что сегодня происходит у нас здесь, не хочется называть митингом. Это нечто большее. Это встреча. Встреча людей, которые хотят вспомнить, что же происходило 10 лет назад и какими они были сами 10 лет назад. Ну, многие из вас, судя по лицам, еще были совсем маленькими, учились в школе, а некоторые вообще ходили в детский сад. Но сам факт того, что мы здесь сегодня перед Белым домом собрались, сам факт этот произошел благодаря тому, что 10 лет назад люди встали грудью, встали стеной на защиту Белого дома. И поэтому мы здесь все сегодня. Мы сегодня будем много говорить, вспоминать, спорить. Мы это делали, наверное, все эти 10 лет, и особенно в эти праздничные дни, последние дни недели. И, конечно же, будем праздновать. Эти три дня в полном смысле слова можно назвать страстной неделей новейшей русской истории. И, наверное, не случайно наш митинг или митинг-концерт, или наша встреча, называйте как хотите, начинается с выступления группы «Воскресенье». Встречайте! Группа «Воскресенье». Здравствуйте, братцы. Если бы советская власть не закончилась, играть бы нам где-нибудь на Магадане. Зачем качаешь?
зачем качается маятник, чем кончается свет. Дождись, вода объявит мой выход, и делай, что хочешь, но помни обо мне, моя последняя любовь по прозвищу Смерть. Наши степи с шумных лапах.